В Москве на Ваганьковском кладбище установили новую надгробную плиту великому чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву. Надпись на плите изготовил скульптор Владимир Нагорнов. В церемонии приняли участие депутат Госдумы Анатолий Аксаков, полпред главы Чувашии в Москве Петр Чекмарев, вице-президент Чувашского национального конгресса Юрий Зорин, правнук просветителя Владимир Павлов и праправнучка Ивана Яковлевича Любовь Ордынская. В ходе церемонии родственники Ивана Яковлева подарили Анатолию Аксакову уникальную фотографию семьи чувашского просветителя, на которой он изображен вместе с женой, детьми и внуками. Датируется она 1921 годом.